Ну что же, очередной поход нашей группы. Вон Томик фотографируется на фоне очень красивых озер. Начинаем с парковки, будем подниматься, ну, наверное, за вот эти вот горы. С погодой сегодня повезло. Середина ноября, ребята. Это просто потрясающе. Райан Ньютон, вот эта вот красная тропа у нас сегодня. Это довольно-таки сложная. 5,5 километров, 780 метров над уровнем моря. Сегодня с нами в туре присутствуют беженцы из Украины. Вот они узнают красоты Норвегии. Гора всегда дарит воду, но в этот раз повезло, есть ручьи, где можно заполнить водичкой чистой, горной, бутылку с водой. Интересно, что на этой тропе нам практически не попадаются норвежцы, в основном иностранцы. Тропы, которые трудно различить, обычно помечены такими вот красными пометками. Вон там дальше тоже есть еще одна. И спустя 3 часа все-таки мы забрались на вот это место. И вот ради чего мы все это делали. Вот. Made it! We made it. Very proud of ourselves. Yes. Томик, Паскал, Юля и Алекс Ветер on the top of where? Райан Клут. Вы знаете, обычно так бывает, когда поднимаешься на гору, вроде бы цель достигнута, но есть еще остается столько же пути назад. А нам нужно сейчас спуститься с этой горы, подняться вот на тот холм, потом спуститься, потом чуть-чуть подняться и опять спуститься. То есть нас еще ждет примерно 2 часа обратного пути. И только час из этого всего будет светло. Так что будем возвращаться уже в потемках. Хорошо, что я взял фонарик. Приключение продолжается, темнеет довольно-таки быстро. Мы уже включили фонарики. Так что будем добираться в темноте, ну что в принципе нормально, когда у нас есть достаточно света и все работают сообща. Единственное, что нас направляет, это фонари и вот эти вот красные пометки. Их не так уж и легко найти на самом деле в темноте. Вот это я сейчас не свечу фонариком, и вот так вот темно уже стало. Полная темнота, просто полнейшая. Да пожелайте нам удачи. Ребята подсвечивают фонариками. В общем, добрались все в порядке. За нами пошел Томик. Испугался, что с нами что-то случилось. И он пришел 39. За нами. Красный 39. Да, у нас игра сейчас происходит с Юлей. Мы считаем красные пометки на тропинке. У кого больше, тот и победил. Ну, в общем, все хорошо. Все хорошо добрались. Веселые, довольные. Стало небольшой традицией такой вот брать с собой баньку на такие вот мероприятия. Ну что ж, банька у нас растоплена, стоят свечки, очень, наверное, удобно. Мы с Томиком сидим и паримся. Ребята украинцы уже попарились, но мы сейчас тут еще понаслаждаемся некоторое время.
Все-таки великолепно это место. Хитта в Хамране с камином, телевизором, холодильником. Ну, все как полагается. О, моя тень. Здрасте. Место, но на пятерых человек. Очень-очень-очень уютно. И вид, конечно, вот такой отсюда. Спасибо этому месту. И всем приятных выходных. Подписывайтесь. И пока.